Система работает практически безотказно. Я даже не знаю, кто внедрил ее и зачем. Но она работает. Люди живут, умирают, живут, умирают, живут, умирают. Но временами случается сбой. В твоем случае все из-за нее. Я страдаю некой формой расстройства сна. И что это за расстройство? Повторяющийся сон. Он мне снился примерно 5000 раз. Внушительная цифра. Меня зовут Харрисон Харди. У меня заказана квартира. Идем со мной. Хорошо. Как думаете, что произошло? Точно не могу сказать. Добрый вечер. Лафайет собирает необычных людей. Он один из лучших сомнологов в мире. И ни один из этих традиционных методов лечения не дал никакого эффекта. Он поможет понять, почему тебе снится этот сон. Меня интересует квартира 408. Не могу говорить о 408. Так! Черт! Сон изменился. Да, слегка, капельку. Происходит что-то странное. Кажется, Мария попала в беду. Во всем происходящем нет ничего личного. Я даже не знаю, кто внедрил ее и зачем. Томас Манн, Роза Салазар, Шейн Уэст, Скал Тейлор Комптон и Джон Малкович. Старался сделать все максимально безболезненно. Можешь закрыть глаза, если хочешь. В фильме «Реинкарнация. Сбой системы».